Знаете, какой есть лайфхак от прыщей? Вот такая вот штука. Это обычная зубная паста. У меня просто вот такая вот маленькая она. И берете ее на ночь, наносите зубной пастой прям точечно на прыщики, которые у вас только собираются появиться. И утром просыпаетесь, и, собственно, все, прыщики, которые собирались появиться, у вас не появятся благодаря этой зубной пасте, потому что они ее подсушат. Вот. Лайфхак. Надеваю носочки, потому что как-то холодно вообще дома ходить. И на кухню. И вот, кстати, за кадром, пока я включила чайник, пока он вот уже начинает кипеть, я смотрю «Отчаянных домохозяек». Почему нет? Почему нет? Обожаю их. Серьезно, пересматриваю уже раз третий. Сейчас на шестом, да, на шестом сезоне. Вот, но вообще я их пересматривала раза три все сезоны. Обожаю, просто обожаю. Сейчас еще надо быстренько яичницу сделать. Вот сюда вот я поставила камеру, чтобы заснять этот кадр. Рисковала камерой, между прочим. По-моему, это все выглядит очень аппетитно. Поэтому приятного аппетита мне и всем, кто ест, смотря это видео. Мы сидим тут, работаем над моей маской. Ну как работаем, пытаемся, конечно. И вот все, что здесь, выводится сейчас здесь. Это мое лицо. Если вы не знали, как оно выглядит, вот так вот. Настя тестит мою маску в Инстаграм. Уже еще нет маски. Ну, она еще не вышла, но... Что, влог? Я тебе... Да, это будет влог. Следующий. А сколько там дней будет в этом влоге? Не знаю. Где Настя одевается? Говорит, давай съездим в магазин, иди клёвый. Пальто мне посмотрим. А это пальто, кстати, отсюда. А может, ты нам подскажешь, нам нужно вот похожее на это. На оверсайз. Да, такое большое, обычное какое-нибудь. Большое? Просто вот это пальто тоже отсюда. Оверсайз. Вот такие вот у нас выборы. Сергей Смышляев. Голосуем. Настя так крипово выглядит вообще. Реально. Сидим с Настей в магазине. Ходим по магазинам, девчонки. Ну да, оно странное. Давай, эффектно выходи, Настя. 108. У нас Настя чаепитие. Еще она делает уроки. ДЗ. Окей, онлайн ДЗ списать. Все на английском там пишешь? Угу. Ищешь такое же задание? Угу. Вот так вот учится. В педе. Я даже учебник принесла. Типа, если бы я хотела просто писать, я бы даже его не приносила. Мне было очень плохо. Кс-кс-кс. Пуська. Пуська такая. Вот так вот на полу сижу в домашнем. И уже поработала, сделала всю работу. И сижу сейчас над маской в Инстаграме. Вот так вот это все происходит. Я отрисовываю это на планшете сейчас. Здесь у меня всякие идеи смотрю. И потом все перевожу в компьютер.
В общем, вот так вот. Хочу сделать новую маску вот с таким вот трендовым типа макияжем. Ну, типа с полосочками вот такие. Надеюсь, вы поняли. Вот, если это получится, то это будет очень классно. Поэтому вот буду сидеть пробовать. Завтрак в 17:15. Мы с Настей в секонде. Да, Настя набрала своих анималистичных принтов. Анималистичные. Еще куча пиджаков мы наконец-то нашли. А еще... Потому что приехали в среду, не в четверг. Но я вам об этом не говорила. У нас плюс 7. И мы решили, что это очень нужные две вещи нам. Очень реально. Но они клевые, скажите ведь. Купочки у нас. Мы опять собрали лук в секонде. Покажись. Вообще клево. Поправь сиськи. Вообще клево. Он еще тебя так странит. Да, и зацените, какие клевые туфли. Покажи с другой еще стороны. Вообще клевые. Сколько они стоят? 500, да? 500 рублей. А сегодня еще скидка. Да, они будут стоить рублей 200-300. Вообще клево. Вот эти тоже красные. Я их померила, но только они неудобные. А так они вообще тоже прикольные. А я себе беру пиджак. Либо этот, либо вот этот, либо еще какой-нибудь. Смотрите, какая толстовка. Прикольная. Но я ее, наверное, не буду брать. Смотрите, какая еще блузка прикольная. Да я снимаю красивый закат. Мы идем в Алмаз. С Максом. Видишь, я тебя упомянула. Я вырежу это. Именно поэтому я это вырежу. Я, как обычно, взяла сап, а Максим Маккомбо, и сейчас вместе с Маккомбо дают вот такие вот подарки. Открывай что-то. Боже, там интересного. Ну-ка. Давай. Как его, блядь, зовут-то, я забыл. Ну ладно, давай открой. Мистер Макс? Да-да-да. Пам-пам-пам-пам. Ты снимаешь? Да-да-да. Это кружка. Прикольно же. Мы с Настей пришли золотое яблоко, и я ее накрасила. Вот. Ей не нравится. Вообще клево. Какая это косметика? Мина. Зина, Мина. Мина. Вот такая вот она, яркая, пигментированная. Но мне кажется, Настя неправильно поняла, что это. Это матовое, это влажное делает века. Нет. Ты что, можешь? Ну, этого не видно. На камере, может, не видно? Нет, вообще не видно. Ты видишь, видно. Это матовое, это глянцевое, вот, наверное, солнце играет. Нет. Серьезно, вообще нет. Я совсем накрасилась. Ты что, дебилка? Господи, она как из детдома сбежала. Просто Настя что сделала с собой, посмотрите. Пока меня красили, она решила сделать себе фэшн-съемку. Подойди поближе. Она желтые ресницы сделала. Настя, ты реально хоть фломастером пролила просто. Как ребенок, знаешь. В общем, мы уже пришли домой, и я заставила Настю, чтобы она тоже показала шмотки, которые мы купили в секонде. Вот, поэтому показывай. Начинай. Настя не в восторге от этой идеи. Короче, давай ты начнешь. Начинай. Ладно, я начну. Я взяла вот такой вот пиджак. Вот, я давно хотела именно такой, именно черный. У меня уже был, но я хотела именно из секонда вот такой вот. Он мужской, большой и клевый. Все. Дальше. Еще я взяла вот такую вот блузку. Она такая классическая. Ну, я, наверное, на себе ее потом покажу. Она очень приятная и мягкое тело. Вот. Я все взяла. Еще Настя взяла некоторые вещички. Сейчас она их покажет. Я взяла блин.
А можно пожизнерадостней? Черные. Черные! Классические. Офигенные брюки, на самом деле, я себе хочу такие же. С этим пиджаком они очень классно смотрятся. И вот такие какие-то брюки. Фисташковые. Фисташковые тоже классические. И расскажи про вот эту куртку. Да. И бежевые классические, вот. Они все мне немного большие, но ничего страшного. А это водолазка из Юникла, моего любимого. Из Юникла, из секонда. Да. И еще вот такие вот туфельки. Все это стоило очень дешево, просто очень безумно дешево. Ну, вот мои туфли плюс трое брюк и эта водолазка стоили 1990 ровно. Три пары брюк, говорят? Трое брюк, в общем, водолазка, обувь и все на 1000. А у меня меньше 500 рублей, по-моему, даже было. Жакет и блузка. Кстати, туфли вообще в хорошем, очень хорошем состоянии. Это прям мой размер и вот. На самом деле, первый раз в жизни в секонде обувь купила, но впереди мероприятие, на которое в них можно пойти. Всегда так тихо говоришь. Мои фильмы. В общем, на этом все. Ты все показала? Да. Точно? Да. Я тоже все. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм, обязательно на Инстаграм, на мой, на Настин. И все. До скорых встреч. Кстати, подожди, кое-что скажу. Настя смотрела наше видео из где-то мы, ну, типа, да, нет, против, мнение высказывали, да. И она, короче, говорит, я уже несколько раз перематывала, чтобы посмотреть на твое лицо. А я там сижу, короче, одно моменте вот так. Ты что-то знаешь, высказываешь? Ты сейчас только что так же сидела. А я вот так, типа, нет, ну, типа, я неосознанно так сидела, прям так прям. Типа с таким лицом, и она снимает, знаешь, ты там что-то такая, типа, ла-ла-ла-ла, ура! Я такая... Все, всем пока.